позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время ответила. Она позвонит. Женщина, женщина. Получилось видосика. Первый блин комом. Первая половина дня незнакомцам звонить. Хорошо. Если что, если ты что, лучше расскажи, что у тебя с глазом. А вот это очень крутая криминальная история. Давай. В следующем видео. Volkswagen. Оттуда ехал RAV4, отсюда ехал такси. И вот они уперлись вот здесь. Ну, понятно, таксисту далеко сдавать. И я считаю, что RAV4 должен был просто уйти он туда, в карман. Но он тупил, туда-сюда что-то гонял. И задел заднее крыло автомобиля гольфа. Вот, хозяину я оставил записку в двери с моим номером телефона, хозяйки точнее. Тут видно, что девушка ездит с ребенком. Звони, хозяйка, расскажу. И если надо, буду свидетелем. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Номера этого RAV4 я зафиксировал. Вот тот самый RAV4, который скрылся с места ДТП, получается. Просто заехал за угол и припарковался. Судя по всему, местный. Так. Чем он ее чиркнул-то? Где-то здесь должны быть царапины. Ладно. Не вижу. Хотя вот нашел. Вот он ее царапнул как. Увидели, да? Свеженькая прям. Свежая царапочка. Чтобы потом никто ничего не говорил, вот и номера. Ну что ты, да ты там дозвонился? Бабки или как ее там? Женщина по поводу царапин ты имеешь в виду? Ну да, да, да. Который гольф поцарапал? Да. А в WhatsApp она мне ответила. Сказала, что не хочет она бороться, не стала она устанавливать, кто чего, судиться. То есть твой этот героический подвиг, что ты увидел на дороге, как кто-то кого-то поцарапал, и все это выяснял, обзванивал, чтобы честно сказать, какая это была машина, то все вот это вот зря. Все вот это получилось, да, зря. Не нужно, точнее. Не, ей это не нужно. Подожди, это ей не нужно. Может быть, была бы она другим человеком, но, видно, она посчитала, что либо ущерб незначительный, но там маленькие царапки были. Вернулся я, значит, с Ашана и обнаружил у себя такую записку на лобовом. Извините, что поцарапала вашу машину, ремонт оплатить не могу, поэтому оставляю взамен шоколадки. Хорошего дня. Ну... Прекрасно. Вот две шоколадки лежат. Угу. А вот, собственно, царапина. Либо ущерб незначительный, либо она сама по себе такой человек, который, ну, не хочет бороться, не хочет вот этой суеты, к машине относится как к средству передвижения. То есть вот эти царапины для нее, ну, подумаешь. Девочка приходит домой, говорит, слушай, анекдот. Я маленькая девочка, я в школу не хожу. Я Ленина не видела и видела. Ну, все равно ты постарался, не зря, кому-то бы, может, это было важно, ценно. Да. Главное, что моя совесть чиста. Не прошел мимо. Да. Не проходите, люди, мимо.
Да. Никогда. Я сделал все, что мог. А с глазом-то что-то? А с глазом? Сейчас расскажу, как это было. Сейчас расскажу. Ух, расскажу! Черные глаза, черные глаза. О, ничего себе, это да. А за ним еще и реанимация, поняла? Случилось что-то. Да не, может, совпало так. Смотрите, кто тут едет, а? Димас из Батайска. Собственной персоной. Вот я нашел максимальный, походу, баланс между мягкой М5 и особо мощной М2. Просто идеальная тачка на каждый день, такой, каждый драйвовый день. Смотрите его номера. Все, кого он кинул, обращайтесь, ловите, цепляйте шкуру эту. Зубы вели, смотри. Как зубы вели, надо рентген сделать. Нос болит. Я вообще не помню, когда мне выбили. Итак, ребят, едем как обычно, возвращаемся домой. И вот тут вот такая у нас узенькая дорожка. Все вот так вот прижимаются, тут она еще разбитая, видите? И этот умник... Ну смотри, вот эта машина тоже едет вот посередине. Нет места. Умник, выезжая оттуда, мы, соответственно, сюда прижимаемся и чиркаемся зеркалами. А он решает не прижиматься, он решает, что он едет по прямой, что, он, да, что это его полоса, да. Как он говорил, это моя полоса, это вы у меня на встречке, это вы виноваты. Ну, псих, мы едем по своей полосе, прижатые к машине. Нет. Он нам же закрыл наше зеркало. Чудо-юдо, короче, взял ребенка на руки. Издевается. Над да. И ходит, фоткает, ага, типа... Зеркалами вот так вот чиркнулись вот на этой дороге. Мало ему было места, бля. Ты что, закрылся? Открывай! Да, чего надо? Выйти? Слышишь, если я сейчас выйду, вы очень пожалеете, я вам говорю. У меня задней скорости нет. Вот скорая по вашу душу. А звезда у меня выше, чем у Сталина. Хорошо. Сейчас приду. Больно мне, больно! О, сильно глаз красный. Не вижу. Темно. Блин, баллончиком перцовым брызнули. Не видно же ничего. Зафиксируй это. Да темнота одна, ничего не видно. Все, Варя, блин. Валера, настало твое время. Валера, настало твое время. Жень, что ты делаешь? Отличная работа. Да, потом до него все дошло, что это будет обоюдка, что нервы того не стоят. Вот. И пришел. Мы там друг перед другом извинились за грубость, за хамство и разъехались по домам. Давайте, пацаны, удачи. Давайте. Счастливо, пока. Пацаны. Пока. Тело яйца выеденного. По итогу не стоит. Ну, началось все с его понтов и истерики. Да, это да. То есть сходу человек на узкой дороге, понимая, что здесь для двух машин вообще нет места. Кроме того, пришлось пролетать вызывать прямо? Полицию. Пришлось вызывать полицию. Потому что он сказал, что потому я что вызову. Потому что он сказал, что я вызову. Алло? Милиция? И вот мотайте на ус. Если вы в этом случае психанете, скажете, да пошел ты подальше, мне плевать, мне там зеркало царапнул, я не считаю это за аварию, к примеру.
садитесь в машину, уезжаете, ага. И вы автоматически виноват, и вам полицейские скрылся с места выпишут ДТП. Штраф и лишат водительского удостоверения. Просто из-за какого-то мерзавца на дороге. Из-за какого-то придурка, да. Который сам вас черканул и устроил все это, а вы просто не захотите с ним не связываться, не общаться, поедете себе домой спокойно, с чистой совестью, но ну, таких негодяев, скажем так, прилично, да, слово, хотя они заслуживают других слов в свой адрес. Много. Всем пока. Подписка. Ну, лайк, естественно. Будьте осторожны. Будьте осторожны на дорогах. Придурков много. Да, мне еще в автошколе учили правила ОДД, уступи дураку дорогу. Но иногда ты вообще не представляешь, что такое вычудит. Уважайте друг друга, и может мы придем к тому, что на Руси одной бедой меньше станет. Я требую, чтобы ГАИ вели знак и дуракам на машины лепили. Берегитесь, люди, на дороге дурак. И все бы их обещали, обходили бы.